делать для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья, чтобы отдалить надвигающуюся старость. Старость – это тоже болезнь. У нас есть еще один вопрос, Сергей Николаевич, я прошу прощения. Да. Каждая женщина создана для того, чтобы воспроизвести потомство. Но очень часто бывает так, что, рожая детей, женщины приобретают неприятные растяжки, то есть стрии. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, чем можно предотвратить вот эти неприятные последствия родов? Спасибо. Стрии – это нарушение соединительной ткани. Это говорит о том, что у вас слабая соединительная ткань, а значит, нужно укреплять соединительную ткань. Витамин С прежде всего. Сера, причем не та сера, которой опыляются деревья, а биологически усваиваемая сера, которая добывается с больших глубин морских. Так называемый метилсульфанилметан или МСМ. Давайте без сложных названий, вот, все да, равно да, не запомним. Да, МСМ. Да. Удивительная, мощная сера, которая способна действительно восстанавливать соединительную ткань. Но соединительная витамин ткань Е это... и антиоксиданты. И соединительная ткань – это не только кожа. Давайте не забывать, что основа соединительной ткани – коллаген, и это и кожа, это и сосуды наши эластичные. А если сосуды теряют свою эластичность, ломкость, хрупкость, да мы еще с вами воды не допили, сгущение крови. Вот и происходит то, о чем Сергей Николаевич мне рассказывал буквально вчера. Переполнение в летнее время больниц, инфарктных, инсультных отделений. Жара. Да не жара. Мы не можем отключить солнце, но мы можем пить. Если мы не пьем в жаркое время, мы себя обезвоживаем, лишаем воды, лишаем, что приводит к сгущению крови, повышению давления, нарушению ритма сердца и масса других неприятностей. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за очень интересную информацию. Самое главное, спасибо за книгу. Но счастливой женщина и королевой без короля быть не может. Для женщин все понятно. Ну а что мужчинам? Что лично пьете вы? Конечно же, за 6 лет в компании я попробовал все. Дружественные бактерии, витамины, минералы, все нужно организму. Каждые полгода очищение. Регулярно чистая вода. 24/7. И дома, и в командировках. Нужно все. Регулируйте сами, определяйтесь сами, что нужно вам. Открывайте каталог и смотрите, что вам по вкусу, что подсказывает организм, то и попробуйте сегодня. Именно этим способом в последнее время пользуюсь я. И работает великолепно. Слава Богу, я в этом году собираюсь разменять 6-й десяток. Именно поэтому у меня и родилось однажды такое стихотворение. В спортзал хожу, не под конвоем. Добавки пью, не из-под палки. Не страшно умереть героем. Меня пугает жизнь в каталке. У нас есть еще вопрос, прошу вас. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, вот с помощью каких продуктов нашей компании можно похудеть и, самое главное, удержать вес? Вот опять-таки, женщинам, которым вот это достаточно тяжело сделать за 30 и так далее. Спасибо. Больная тема всех женщин. Знаете, как в Одессе, да? Первая проблема, где взять мясо, вторая, как похудеть. Ну, прежде всего, я хочу, чтобы вы поняли, что очистительные программы, они не направлены на похудение. И задача, хотя зачастую при очистительных программах теряется значительный вес, но это не жиры горят, это шлаки, которые выбрасываются из организма. У каждого из нас есть огромная система эндокринная, у нее свои собственные внутренние взаимоотношения, которые заложены в нас тысячелетиями, миллионами лет. И мы не можем вмешаться целенаправленно в этот организм, а каждый раз, когда мы вмешиваемся в этот процесс, мы чаще теряем и приобретаем побочные действия. Питайтесь. Питайтесь качественно. Питайтесь самым лучшим образом. Если у вас не хватает йода,
то обязательно начинается замедление обмена веществ. И к чему это ведет? Ой-ой-ой. Ах, этот вес, чтобы он исчез, я уже не говорю обо всех последствиях для сердечно-сосудистой системы и всего организма. Я думаю, что в нашей компании есть совершенно четко продуманная, вот то, о чем Сергей Николаевич пишет, система. То, о чем он говорил в сказке. Напоить, накормить витаминами, микроэлементами, я позволю себе, Сергея Николаевича, чуть-чуть дополнить, если вы не знаете, что есть. Если надо спирулину, или надо есть чеснок, или надо есть лецитин, или названий много, пока выучишь, растеряешься. Величайший ученый Альберт Дзер составил не только программу очищения коловада, о которой у нас идут и передачи, и очень многие люди уже пили, знают, получили результаты и регулярно пьют каждый год, по несколько раз в год. У нас есть замечательный продукт. Это полностью сбалансированные витамины, минералы, ферменты и аминокислоты. Кстати, чтобы быстрее не развивались, нужен строительный материал, белок, который женщина во время беременности отдает своему ребенку, а сама страдает от его недостатка. Так вот, продукт, который называется, давайте еще раз его покажем. Это называется 24/7. Почему такое волшебное название? 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы защищены и накормлены. Это тот продукт, который полностью сбалансирован. Это просто очень хорошая еда. Это та еда, которую надо есть. И, наконец, почистили, поели и дали энергию. Вода, которая горит, которая несет энергию. Микрогидрин, о котором мы говорили, и в ближайшее время, в конце этого месяца, в начале следующего, мы расскажем волшебные тайны продукта, за которым стоят 4 нобелевских лауреата. Микрогидрин, колоссальная энергия. Для того, чтобы быть здоровым и сиять красотой, нужно знать о себе следующее. Не накормим, не получим хорошего результата. Не дадим строительный материал, а вместо него химию, красители, подсластители и прочие вещи. Организму не из чего будет построить надежное здоровье. Когда мы учились в медицинских институтах, я думаю, что каждый испытывал то же, что испытывала я. Восторг, восхищение той мудростью, которая заложена в природе. Огромное количество систем самовосстановления, регенерации. В нас все есть. Мы можем только дать этому полностью реализоваться. И, к сожалению, время нашей передачи истекло. И на прощание мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание. Если вы хорошо занимаетесь собой, если вы поите, кормите, очищаете, даете энергию, вы здоровы. Но от экологии защищать кожу обязательно нужно. И вот здесь компания «Международный коралловый клуб» принесла поразительный продукт. Самые современные достижения технологии, нанотехнологии, замечательные питательные вещества и защита каждого горожанина от того, от той экологической обстановки, которая в городе есть. Последний прощальный наш небольшой сюжет. Революционная антивозрастная косметика Solution 7. Косметика, которая бросает вызов старению. Это мечта каждой женщины. И это помощник каждому мужчине, поскольку стоит на страже вашего престижа. Косметика, которая отодвигает преждевременное старение и активно питает, активно защищает и омолаживает. Недаром ее называют революцией косметологии. Космоцевтика, которая позволяет разгладить морщины, убрать пигментные пятна, сузить поры, вернуть рельеф, гладкий рельеф кожи, вернуть нормальный цвет, нежный розовый румянец, убрать отечность под глазами. Все это наша замечательная космоцевтика Solution 7. Глубокая очистка пор, замечательная маска пилинг, которая построена на ферментах,
замечательный крем под глаза, убирающий отечность и пигментные пятна вокруг глаз. Сыворотки – это питание, глубокое питание матрицы кожи, не поверхностных слоев, а во всю глубину. Утренняя сыворотка и ночная, содержащая продукт, который помогает разглаживать морщины. Можно вместо ботокса, да? И потрясающая маска, которая тренирует подкожные мышцы, то, что очень сложно тренировать. Все это вместе. Этот комплекс – это и есть решение компании «Международный коралловый клуб» в ответ на сложную экологию сегодняшнюю. Сергеем Николаевичем я знаком с 2004 года, практически с первого дня пребывания, мое пребывание в Международный коралловый клуб. И когда вышла его книга «Позволь себе стать королевой», я, конечно, приобрел ее и с удовольствием прочел. Тем более, что книга написана с особым стилем и читается очень легко и воспринимается. Поэтому... Я для себя взял очень многое полезного и решил, а почему бы только позволить себе стать королевой, почему бы самому не стать королем? Поэтому я следую его примерам, его советам. И, в общем-то, в работе мне эта книга очень помогает, тем более, что я уже говорил, что она воспринимается и читается очень легко. Меня потрясла фраза: если женщина до 30 лет не стала красавицей, то она просто ленива. И вот в этой книге есть ответы на все вопросы. Что нужно делать для того, чтобы стать красавицей, и чего ни в коем случае делать нельзя, чего нужно избежать. Вот это вот самое большое открытие. Я прочитала книгу и считаю, что эта книга должна быть настольная книга для любой женщины, невзирая и не рассматривая, какой у нее возраст, какое телосложение и так далее. Больше всего на меня произвело впечатление информация о том, что и чем мы чистим зубы, и что нам преподносит средства массовой информации, рекламируя различные пасты. И как элегантно можно, в общем-то, не допустить у себя появления пародонтоза, появления камней и так далее, только лишь с помощью нашей пасты Микробрайт. Вот это мне очень огромное впечатление произвело на меня. Прочитав книгу «Как позволь стать себе королевой», я наконец-то поняла, почему... Все косметические средства, используемые до сих пор, не давали желаемого эффекта. Я наконец-то поняла, чтобы стать воистину здоровой и красивой женщиной, необходимо начинать прежде всего с очищения, укреплять свое здоровье изнутри и уже после этого использовать косметику высшего класса, которая в комплексе с внутренним очищением и внешним воздействием дает хороший эффект. Дает нам здоровье, дает нам красоту и уверенность в себе на каждый день. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Сергея Николаевича, который специально приехал из Крыма поделиться с нами. Мне очень жаль, что не все из вас слушали его очень серьезную подробную лекцию, но я думаю, что этот дефицит знаний можно восполнить. Эта книга есть у нас в коралловом клубе в офисе. Приходите. Знакомьтесь. И самое главное, мало знать, надо действовать. Все лучшее для вас. Здоровья, счастья, молодости, красоты, милые женщины. Мы можем быть и социально активными, и привлекательными, обаятельными и очаровательными. Мы можем долго сохранять свое здоровье, а когда человек здоров, у него энергия, радость, он неотразим. Счастья, здоровья вам!